В детском саду Мишутка воспитатели творчески подошли к празднику «День здоровья» и с ребятами подготовили веселый спортивный праздник. В нем приняли участие и родители. Они главные помощники, которые своими поступками показывают детям пример, как нужно быть здоровыми и что для этого нужно делать. А привитый интерес к физкультуре и спорту в дошкольном возрасте остается у человека на всю жизнь. Мне очень нравится то, что администрация детского сада привлекает родителей к тому, чтобы они вместе со своими детьми занимались спортом, снимали напряжение, эмоции. И я считаю, что спортивные состязания, они благотворно сказываются как на детском здоровье, так и на нашем. Очень понравилось. Почаще бы такие делали. Что вас особенно понравилось? Понравилось? Ну, с детьми, что проводим время все коллективно. Мне понравилось очень. Надо сказать, что работа по приобщению детей дошкольного возраста к ценностям здорового образа жизни является нашей первоочередной задачей, потому что именно в детском дошкольном возрасте закладываются основы здорового образа жизни. Именно в дошкольном возрасте мы хотим в первую очередь видеть детей здоровыми, сильными, развитыми. Вот так через игру можно укрепить здоровье и на славу повеселиться.